Когда поссорился с другом в школе. По приходу в школу ты не знаешь, где тебе сесть, потому что сидел всегда с другом и садишься к левому челу в классе. Ой, Влад, ты ко мне сел? Ну, мы же подружки. Ой, класс, а можно... Рот закрой. Затем, когда приходит училка, от увиденного она падает в обморок. О, я не поняла, а вы чего раздельно сели? Поссорились, что ли? О. Да никто ни с кем не ссорился. Вот я лично ни с кем не ссорился. Ну, а через урок вы уже опять сидите вместе и крысите пол школы. Кстати, подписывайся на меня и Никиту и получать нас лайк.